Какие комбинации цифр в вашем номере телефона сделают вас богатым? Редко кто, меняя свой телефонный номер, думает о том, что он может оказать влияние на нашу жизнь, привлечь удачу и финансовое благополучие. Из этого видео вы узнаете, какие именно цифры в телефонном номере, согласно приметам, могут принести деньги своему владельцу. Единица. Единица – это цифра лидеров и победителей, знак удачи и успеха, помогает выигрывать даже самые жестокие схватки. Она обязательно должна присутствовать в телефонных номерах бизнесменов и руководителей. Ее наличие сулит доходы и приумножение уже существующих накоплений. 11, 12 и 21 – такие сочетания цифр увеличивают энергию везения. Стоящая возле единицы двойка обладает способностью удваивания, поэтому эти цифровые комбинации становятся удачнее в два раза. Пятерка. Пятерка – это важнейшее денежное число. Символизирует энергию приобретения, материального благополучия и наслаждения. Великолепно подходит для вкладов и инвестиций. Товар, на ценнике которого присутствует пятерка, надо брать без раздумий. Это цифра, которая любит риск. С ней зачастую выигрывают в азартных играх и казино. Пятерка идеальна для приобретения подарков, которые в будущем принесут неплохие дивиденды. Однако с цифрой 5 сделать накопление не получится, она будет всегда подначивать к расходам, приносящим удовольствие. Шестерка. Шестерка притягивает финансовую энергию, обеспечивает стабильность, связанную с трудом и ограничениями. Она напоминает, что деньги любят счет. Неожиданной прибыли и шикарной жизни не обещает, придет лишь то, что запланировано. С шестеркой не придется испытывать нужду и голодать. Финансы будут поступать регулярно, но лишь на самое необходимое. Суммы с этой цифрой предназначаются на повседневные расходы, оплату кредитов и покупку одежды. Шестерка делает траты менее болезненными и возвращает их в скором времени обратно. Идеально для накоплений, которые будут работать на своего хозяина. 66 – это сверхудачная комбинация, привлекающая деньги и золото. Восьмерка. Восьмерка – наиболее благоприятное и мощное число для привлечения удачи, а также гарант движения денежных потоков. Символ благополучия, развития, процветания и успеха. Восьмерка обязательно должна быть в телефонных номерах банкиров, работников бирж и финансистов. Телефонный номер, содержащий в себе хотя бы одну эту цифру, уже будет весьма хорош для притягивания денег. Удвоенные или утроенные восьмерки послужат еще более сильным финансовым магнитом. А вот восьмерки, повторяющиеся 4 раза, принесут негатив и отпугнут удачу. Люди, в номере телефона которых восьмерка является последней цифрой, будут особенно счастливы и успешны. Цифра крайне схожа со знаком бесконечности, который черпает положительную энергию из Вселенной. Привлекает возможности для получения прибыли и приумножения капитала и финансы из различных источников. Но в то же время несет в себе немалые риски. 28 и 82 – такое сочетание цифр удваивает все свойства восьмерки. Владельца номера с каким-либо из этих чисел ждет всесторонний успех, счастье и большое количество денег. 78 – гарант богатства. Девятка. 9 – это число процветания, мудрости и приумножения. Идеально для тех, кто развивает свой бизнес. Энергия девятки помогает всегда оказываться в нужных местах и привлекает необходимую финансовую удачу.
Число 9 – благодетель тех, кто заботится о других и занимается благотворительностью. Способствует возвращению всей энергии дарения старицей. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.